Сергей Куцверчков – 124-й космонавт России из отряда госкорпорации «Роскосмос». Его первый полет состоялся 14 октября 2020 года в качестве бортинженера экипажа космической станции «Союз МС-17» и бортинженера экипажа МКС. В космосе Сергей Куцверчков провел 185 суток. Также космонавт совершал выход и в открытый космос. За мужество и героизм получил звание Героя Российской Федерации. По программе следующий полет Сергея возможен в 2025 году. 70% времени на работу с учебниками и тетрадками. Включать домашние задания, оценки. Все за первые полгода мы сдаем больше 100 экзаменов. Причем это продолжается всю карьеру. Прежде чем вы что-то будете делать своими руками или вас будут выпускать тренажер или настоящий корабль, надо сначала убедиться, что вы вообще знаете, как это все работает. Космонавты учатся постоянно, даже в свободное от работы время, ведь они должны быть универсалами и уметь делать на станции практически все. В космической профессии нужно большое трудолюбие, терпение, стойкость и умение выходить из трудных ситуаций. Сергей готовился к своему первому полету 10 лет. Чтобы стать космонавтом, безусловно, необходимо и отличное физическое здоровье. Когда мы входим в атмосферу, то мы резко тормозимся. Но мы пытаемся двигаться по инерции, нас очень сильно зажимает в кресло. Перегрузка 4 единицы. Что это значит? Это значит, что каждая клетка вашего тела испытывает вес или силу на себе испытывает, которая в 4 раза больше, чем нормальный вес обычной жизни на Земле. Российский космонавт встретился с учащимися 11-й школы в технопарке «Кванториум Саров». Встреча прошла в рамках проекта профориентационного марафона «Движение в профессию», который технопарк реализует под эгидой РДДМ «Движение первых». Беседа получилась легкой, живой и увлекательной. Сергей Куцверчков рассказал о буднях космонавтов, экспериментах и исследованиях в невесомости, о подготовке к полетам и многом другом. Нашлось место и для простых жизненных вопросов. Что вот здесь на Земле вам больше всего нравится? Какое-нибудь вот прям увлечение? Проект «Кванториума Саров» помогает школьникам познакомиться с актуальными и перспективными профессиями региона и определиться с выбором будущей карьеры. Проект планирует охватить 2000 школьников из Дивеева, Первомайска и Сарова. Мне понравилось. Задавали интересующие нас вопросы. Подробно, весело отвечали. Много информации о космосе, космонавтах. И, может, иногда я тоже полечу в космос. Было очень интересно узнать ответы на вопросы о космосе, пообщаться с космонавтом. Я много узнала про космос, было безумно интересно. Спасибо, что пригласили нас. Добавляй что-нибудь. Было очень интересно узнать что-то новое, что знает сам космонавт. Само помещение тоже очень комфортно было. Было очень интересно посмотреть на снимки, снятые с космоса. По завершении встречи космонавт подписал фотокарточки, и каждый школьник ушел из технопарка с автографом. Визит космонавта состоялся в рамках сотрудничества госкорпорации «Роскосмос», Нижегородского планетария имени Георгия Михайловича Гречко и администрации города Сарова при активном участии технопарка «Саров».